Сотрудники скорой помощи Ульяновска передали участникам специальной военной операции благотворительную помощь и видеопоздравления в преддверии Дня защитника Отечества. Медики собрали лекарства, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства, газовые баллоны. Для передачи посылки сотрудники скорой помощи обратились к сенатору Российской Федерации от Ульяновской области, представителю партии КПРФ Айрату Гибадзинову. Отправка гуманитарной помощи российским военнослужащим из нашего региона осуществляется уже на протяжении многих месяцев. В этой работе активное участие принимают медицинские работники. От всей души желаем вам крепости духа. Будьте храбрыми, стойкими, ловкими. Берегите себя от летящей пули. Чтобы, преодолев все тягости, лишения военной жизни, вы обязательно вернулись живыми и здоровыми. Айрат Гибадзинов пообещал, что поздравления с Днем защитника Отечества от сотрудников скорой помощи будут доставлены в зону специальной военной операции 23 февраля.